Так, ну и хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам, всем людям, которые оказывают помощь, волонтерам, которые ездят, приезжают к нам под огнем, рискуя своей жизнью. Спасибо тем людям, которые собирают там деньги, что-то покупают, то, что действительно необходимо для армии. К сожалению, был такой момент, я вот прочитал письмо, которое прислали одни люди, там пишут, ну, написали, что, мол, существует такое мнение, что собирают на пикник. Война – это не пикник. Война – это кровь, это смерть. Это ребята, которые только что были рядом с тобой, и их уже нет. Вот он лежит у твоих ног, покореженный, сгоревший. Понимаете, это страшно. Это не пикник, война. Но без волонтерской помощи, к сожалению, мы не смогли бы выполнять те задачи так, как мы их выполняем. Почему? Вот самый даже простой пример. БТР – это машина на колесах, 8 колес. И после каждого боя эти колеса пробиты. Ну, извините, уже затычек не хватает на эти колеса. А надо ехать, и надо ехать очень быстро, не переживая за исправность материальной части. И вот волонтеры, есть такая группа, они нам привезли 50 колес. Перед этим 14 колес и еще 50 колес привезли. То есть без этой помощи, ну, есть имя, есть телефон с Тернопольщины. Вот, молодцы очень большие ребята. Благодаря им наша техника смогла выехать с территории зоны АТО.